Всем здравствуйте, сегодня у нас на ремонте Nova 3i с проблемой, выключается, не заряжается. Вот, у нас уже отошла крышка от того, что сдулась батарейка. Вот, сейчас будем разбирать и менять аккумуляторную батарею. Выставляем 300 градусов. Прогреваем заднюю область крышки. Сильно не перегреваем, потому что крышка находится в напряжении и может лопнуть. Начинаем аккуратно снимать. Подогреем верхний угол. Снизу у нас крышка снялась хорошо. Подогреваем верхнюю часть. Не греем линзу, потому что с камерой могут быть проблемы. Подогрели, все хорошо снялось. Обязательно помним про шлейф отпечатка пальца, чтобы не зацепить его и не порвать. Отодвигаем крышечку вправо. Отсоединяем шлейф. И начинаем разбор. Здесь у нас много разбирать не придется, потому что здесь у нас один защитный экран и второй мы открутим, который отвечает за дисплейный модуль. Обратите внимание, шлейф находится в напряженном состоянии, потому что аккумуляторная батарея сильно вздулась. Достаем винты. Немножко отгинаем экран и поддеваем шлейф, который отвечает за дисплейный модуль. Снимаем шлейф, который отвечает за нижний разъем зарядки. Батарейка у нас стоит еще заводская. Сниматься будет не очень хорошо, скорее всего. Придерживаем батарейку и медицинской лопаткой отклеиваем скотч, который приклеен к батарее. Отклеиваем его от корпуса полностью, если получится. Если не получится, отклеиваем только от батареи. Вот она, наша батареечка.
сейчас будем ставить другую батарейку. Разворачиваем аппарат, поддеваем экран, который находится у нас с левой стороны, вставляем шлейф, вставляем экран обратно. И вкручиваем винты. Аккумуляторную батарею подсоединяем в самую последнюю очередь, когда все шлейфа уже будут установлены. И вот теперь подсоединяем непосредственно аккумулятор. Ставим защитный экран. Закручиваем винты. Убираем с рамки старый клей. Там, где он может помешать, очищаем эти области. Чтобы крышка у нас хорошо и плотно везде стала. Наносим клей. Теперь ставим шлейф, не забываем про шлейф, который отвечает у нас за отпечаток пальца. И устанавливаем крышку обратно. Фиксируем крышечку.
ставим на зарядку. Видим, что зарядочка у нас пошла. Все хорошо. Всем спасибо. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии.